Ремонт главного канализационного коллектора в Рубцовске начнут не ранее, чем через 5 дней, сообщил нашим коллегам директор Рубцовского водоканала. Напомним, накануне в городе ввели режим повышенной готовности из-за обрушения коллектора. Подтопленными оказались подвалы 115 многоквартирных домов, 3 школ, 6 детских садов, 2 спортивных школ. Чтобы перекачивать отходы жизнедеятельности в параллельный коллектор, силами водоканала пришлось подключить дополнительную насосную станцию. По обращению управляющих компаний мы локально автомобилями откачиваем выпускные колодцы, если есть такие обращения, соответственно. И в последующем также круглосуточно мониторим вот эти вот все внутриквартальные сети. Кстати, причиной обрушения коллектора стал износ сетей. Объект построили еще в 1965 году. Ремонтировать коллектор будут методом проколов, чтобы избежать серьезных раскопок на главном проспекте Рубцовско-Ленинском. Работы начнутся, как только в город завезут специальную полиэтиленовую трубу. Завод-изготовитель пообещал, что это случится через 5 дней. Сейчас также ведут переговоры с ГИБДД города, чтобы на время проведения работ организовать объезд для легкового транспорта. Маршруты общественного менять пока не планируют. Добавим, из бюджета Рубцовска на ремонт коллектора выделят 5 миллионов рублей.